Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, как восстановить пароль от личного кабинета на сайте компании и от торгового терминала. Для восстановления пароля от личного кабинета на сайте нужно нажать кнопку «Забыли пароль», расположенную на странице ввода логина и пароля. В открывшейся затем странице необходимо набрать адрес электронной почты, указанный при регистрации. Вам будет направлено письмо со ссылкой, перейдя по которой можно указать новый пароль для личного кабинета. Клиентам компании Amarkets доступна уникальная система входа в личный кабинет при помощи одноразовых паролей, которая позволит сделать процесс входа в личный кабинет максимально безопасным и является отличной альтернативой входу через SMS или QR-код. Для восстановления пароля от торгового терминала нужно написать письмо на info@amarkets.com с указанием номера счета. Также в письме необходимо отправить копию паспорта для верификации. Сменить пароль для личного кабинета можно в разделе «Профиль», «Изменить пароль». Сменить пароль для торгового терминала МТ-4 можно в разделе «Сервис», «Настройки», «Сервер». Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!